Хей, я с вами Шумики, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Frosty Night, либо Морозной ночи. Как вы поняли, я уже в игре. Это главное меню, чтобы вы понимали. Тут у нас картинки, снеговик, который за окном, жирафики, это вот это походу его жирафики, машинки. Ковер в виде дороги. Еще окно. Игрушки. Это выход. Я могу пройти, и я выйду с игры. Ну, тогда мне просто вылетит. Это версия 1, как вы поняли. О, Лего Дед Мороз. Что тут у нас еще есть? Да ничего. Шкаф. Это гардероб. Большая комната. Ужасная ночь. Контив. Новая игра. Мистери Дор. Мистическая дверь. Что же она скрывает? Даже не знаю. Надеюсь, мы выбираем персонажа. Давайте, мальчик. Оу. Нажмите Е. О, так мы на улице, получается. Мы снеговика будем делать? Так, голова. Мистер Снеговик. Морковка. Так, пускай пока тут морковка полежит. Веточки для рук надо. Одна рука. Давайте как раз сразу посмотрим, могу ли я туда зайти. Задам. Не, не могу. Так, глазки. А, сразу все тело. Цилиндр. Ну и, конечно же, нос. Красный нос на 90 градусов. Ну все, мы снеговика сделали. Так, рождественская ночь, да, наступает? Ой. Механический сейчас волк представляет. Frosty Night. О, олень. Сова. Пипец, она громкая. Мы на Северном полюсе?
Так, ну походу потихоньку начинается. Стоп. Это когда мы лежим. Don't stay up too late, okay? You've got your first day at school tomorrow. And no listening to those horror stories anymore. You know they give you nightmares. Sweet dreams. Love you. Короче, было сказано, ложись спать, тебе завтра в школу. Не считая страшной истории, ты же знаешь, как оно на тебя, что оно тебе все снится. Ну ладно. Подожди, я типа могу к глобусу еще подойти? Снеговик, ветер поднялся. История, временная история. И я хочу рассказать мою историю, которая остановила моя мама, друзья. Я не сплю, потому что я играю и играю в мою игру. Нету времени объяснять. I have 5 tapes. Короче, мне нужно 5 кассет. Двигаться от стрелочки. Интерактив. Ясно. Так, что-то у нас... А не, рыбки плавают. Наш хороший снеговик. Так, нам спать нужно лечь. Ну ладно. Ага, первая кассета. Так, у нас есть фонарик. Frosty night. Chapter 1. Однажды ночью, часть первая. Welcome, children, to a wonderful, доброе время, дети, в этот магический ночь. Я вам расскажу историю, которую вы никогда не забудете. This story takes us back a long, long time ago, очень длинной-длинной Nicholas still had flecks of ginger in his beard. We'll just call him by what everyone today know him as. Был холодный день, как обычно. Санта. We will start from the very beginning, when Santa was still scouring the world for the perfect place to build his workshop. He found none better than the North Pole, where magic seeped readily from the earth. So much magic was there that Santa learnt to use the magic in ways he had never dreamt. His body no longer grew old. He could slow time around him to a near complete stop, and as long as he gathered enough magic, he knew he could travel the world in what to us was a single day. Even slowing time as he could, Santa quickly realized to make enough toys for every child in the world would take him far too long. So Santa placed his hands into the snow and called to Mother Nature herself for help. Mother Nature was gentle, as she was wild. She saw the kindness in Santa's heart and agreed to help by melding Santa's magic and Mother Nature's spirit into the snow itself. The first of the snowmen bubbled up from the ground like liquid snow, yet unmoving and lifeless, just as the snowman we know today. Mother Nature seemed to pause before then placing a carrot for its nose. You see, everything that is alive requires a small part of life to begin with. The acorn for the oak tree, the egg for the red robin, and the love of a mother and father for humanity. The carrot twitched, and ever so slowly eyes within the sphere of snow began to appear and opened for the first time.
Santa slanted his head to the side in a curious thinking gaze as he took off his scarf and hat and placed it upon the snowman. Taking a step back, he looked again and smiled. The snowman smiled back. As Santa, the father, and Mother Nature as the mother, the snowmen were all too happy to help Santa build his workshop and all the toys for every child in the world. Все? Так, и что мне дальше делать? Что-то я не могу разобраться немножко. Но историю мы прослушали. Чё это? Ну, какой-то пластырь. Не типа что-то закрыть надо? Или как? Но если... Странно. Привет. Ни хера меня коробка подкинула. Привет. Ой, батарейка заканчивается. Так что мне делать? О, тут видели менюшка какая? Так, я уронил этот. Подарки. Как достать? То, что спрятано под кроватью. Ладно. When Santa was still scouring the world for the perfect place to build his workshop, he found none better than the North Pole, where magic seeped readily from the earth. So much magic was there that Santa learnt to use the magic in ways he had never dreamt. His body no longer grew old. He could slow time around him to a near complete stop, and as long as he gathered enough magic, he knew he could travel the world in what to us was a single day. Even slowing time as he could, Santa quickly realized to make enough toys for every child in the world would take him far too long. So Santa placed his hands into the snow and called to Mother Nature herself for help. Mother Nature was gentle, as she was wild. She saw the kindness in Santa's heart and agreed to help by melding Santa's magic and Mother Nature's spirit into the snow itself. The first of the snowmen bubbled up from the ground like liquid snow, yet unmoving and lifeless, just as the snowman we know today. Mother Nature seemed to pause before then placing a carrot for its nose. You see, everything that is alive requires a small part of... Все, наконец-то. Мы поняли.
Так, у нас идет время. Я ходить не могу. Ну просто идет время. Три секунд уже. Ничего не происходит. Это что за руки были? Кто-то ходит. А, олень. Ладно. Что, что? Что, как мне взаимодействовать? Выход. Но продолжить. Мне нужно научиться использовать шкафчик, как я понимаю. Так, на фене у нас есть энергия. И на фонарике. Как я понял, снеговик на меня оттуда напал. Откуда вообще могут вылезти? Шкаф? А там вентиляция какая-то у вас. Да зачем так громко? Подожди, тут. Я не понимаю, где громкость. Ее нету. Но это очень громкое все. Так, ладно, 2 минуты прошло. Как-то это немного на этот похоже. Как он называется? 5 ночей с Фредди. Тупая машинка. Я должен на звуки, да, ориентироваться? Ага. Окошко открылось. Так, сюда, как я понимаю, втихаря ко мне смогут залезть. Главное, чтобы больше никакие приборы не включались. А то страшно. И? 3 минуты уже. Мы просто стоим с феном.
Но, надеюсь, через дверь же не смогут они заходить. А только через этот, это. Так, я слышал треск. Сколько тут ждать надо? Чё так долго? Где хотя бы что-то? Игрушки мы уже с вами рассмотрели. Мне кажется, если я сейчас до кровати, до батарейки полезу, враги сразу... Я вижу, вижу. Заткнись, пожалуйста. Благодарю. У меня такой же был поезд, только без дыма. Хотя, блин, я не помню, я тоже помню, на дороге ты ставишь, он едет, разгоняется. Тербики. Ну, я смотрю, снеговика много не надо. О, топливо уходит. Хорошо, с левой стороны у нас только вот это будет звук создавать, и все. Здесь поезда-машинки, но поезд-машинка закрывает, получается, окно. Ну, блин, не знаю, дверь. Не будем выкидывать из щитов. Что здесь? Ну, тут телек может шуметь, конечно. О! Ты что? Так запрыгивать резко. Так, 6 минут почти. Ну, по 10 минут и должен раунд закончиться. По идее. Ну, почему игру 5 начали с Фредди? Потому что у нас тоже 5, ну, только у нас кассеты. Здесь у нас энергия на фене. Там тень что-то проскочила. А, все утро. О, блин. Ты че пугаешь? Ладно. Так пугать. Так, ночь мы прожили. Так, это снеговик, которого мы делали? Из него какое-то испарение идет. А-а-а. Я смотрел и думал. From. Я должен вернуться в кровать. Я замерзаю. Так, либо... Не, это нарис... написано. 7. Похоже на 7. Давайте я, может, запишу. Может, это как раз для секретной двери, которую мы с вами видели. Ну это на семерку похоже. 7. Это 9. А то... Ну, 4, возможно. Ну я типа обозначу, типа, кружочками, какую часть именно показывает. Где моя пушка? Колотушка.
Так, ну я надеюсь, больше с вентиляцией туда не будут ко мне лезть. Надеюсь, медведь не пропадет. Может, так вещи спавнится снова? Нет. Сразу видно, что медведь на кровати, потому что мой персонаж подлетает. Это батарейка. Ну снова, ну блин, на что мне делать? Откуда я знаю? Откуда мне знать? Вот колокольчики. Где мой медвежонок? Да, хорошо, медведь. И колокольчики. Вопрос, зачем нам колокольчики? А тебя куда? Под дверь. Ну, допустим. Индийский океан. Что дальше? Это что? А, делинь-делиньки. Все. Давайте сейчас попробуем эту ночь сыграть. Ночь вторая. Ну пока, как обычно, мы ничего не делаем. О, смотрите, картинка вон. Снеговика появилась. Вон. Снеговик ждун. Так. Начинается. Что мне скриманет? Враг, либо машинки вот эти? Так, ну там снеговик был ползун какой-то. Так, на крыше что лазит?
Что-то лазит на крыше. Оно на крыше ходит. Оно уронило что-то. О, бля. Минус электричество. Я не хочу стрематься. Снеговиков каких-то. Прикинь, потом у вас начнется... Так, это рыбка. Потом у вас начнутся страхи, и вы потом не сможете ходить, когда где-то снеговики, потому что вы будете думать, что... Что оно на вас сейчас нападет. А ручки-то потеют. А, нам нужно всего лишь 6 секунд прожить. Ну, минуту. Мне интересно жесткое, но... О, да. Жесткая ночь, что в себя включает. Ой, такое лицо удивленное. Воу! Он тихо залез. Надо смотреть за вот этим окном. Здесь, здесь и здесь у нас хотя бы звуки стоят, хоть какие-то. А там нифига. Но мне кажется, лучше дверь эту не закрывать, потому что мы закрываем двери, поэтому мы отходим. Если враг будет оттуда идти, он может нас скримануть. Около двери. Либо могут сзади напасть. Либо отсюда вылезти мы не успеем. Да, мы не успеем. Бля, у меня руки дрожат. Потому что звуки слишком громкие. О! Окей. Короче, ну где-то на 4 снеговика у нас есть энергия. И все. Что за звуки? Я просто не понимаю, что это за звук. Допустим. Ну так лучше смотреть. Вон тени пошли. А уже рассвет, точняк. Все пронесло. Мне снеговик тоже пугает. Найс, мы прожили две ночи. Только я кассету не нашел, подожди. Так, ну, вы снеговик пошел. Супер мелкий снеговик.
Так, подожди, уже началось? Подождите, я кота выпущу, дайте хотя бы. Я закончить вообще-то хочу. Но я вижу, вон снеговик еще сразу два появилось. А, это каждую ночь, типа, снеговик нам, вот, какой был. Я как-то, как бы серию хочу закончить. Поэтому давайте... Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, и всем удачи, всем... Пока.